Ну что, пошли делать бизнес. Тот самый. Тот самый, ты думаешь? Так, подожди, ладно. Там на сфере вот этого есть, кстати. Я хотел тебя как раз таки с Рако попросить со мной это сделать. Давай выбери место, я тогда сейчас приоденусь. Давай. Я предлагаю прямо... Может быть, в пузе собаки? В пузе? Нет. А, блядь, это, а я в ЧС или нет теперь? Пока что да, потом... Я пытаюсь понять, это все-таки мой стиль или не мой стиль. Нет, это не мартышка. Это не мартышка. Мне пятерки за деньги, пятерка привет. Это то причин, почему меня надо убрать из ЧС города Отсо Сири. Алло, Срако, мне кажется, она пруфанула, что она не это, как ее там. Все, пацантре, ладно, я тогда, раз уж мы спойлерим... Ну, мне кажется, в пузе собаки было бы смешно. Ну, до туда еще идти. Я вчера настолько был... воодушевлен тем, что на СП проводят роды. Может быть, получится экстрим. И я подумал то, что я... Да, вдохновлен. Да. Я был вдохновлен тем, что на СП проводят роды. И решил сам проводить роды. И с этого зарабатывать ары. Я гений. Я придумал гениальную систему. Что? Покажите, это... где мы будем роды проводить. Смотрите, вот прекрасное можно прямо на этом столе, место... например. Не, смотрите, вот здесь вот будет регистрация родильного дома. Да. Да, потом так, проходим вот за ширмочку, ага. И прямо здесь, вот на этом стеклянном столе. Да, тогда освободите его, и я сейчас, я на тестовом сервере. Только нам надо будет, давайте. А, нет, тут какой-то, знаете, подворот. Нет, это кальянка, нет. Не, это банк. Подожди, ебать, на Бали, поехали на Бали. А, у нас же есть, точно, у нас же есть остров Бали. Давай на Бали. Да, там море, красный песок, чтобы ребеночек родился сразу. И... А у нас еще не построено. Песок. Поехали, вот здесь можно проплыть. Тогда вы делаете пока. Шатер, я делаю механизм, yes? У нас, вот. Знаешь, что я еще придумал? Угу. Функция, короче, платишь дополнительные 3 ара, и Милайн определяет гендер ребенка. Да, это нормальная тема. Так, и еще надо закуп оформить, я готов выделить на это ары. Вот тебе 2 стака аров. Ты хочешь 2 стака детей? Да. Так, смотрите, Бали, да? Надо вот на Бали. А, Милян, с тебя шатер. Пойдем на тест. Значит, у нас будут, ну, действительно, роды приниматься. Милана, вот я сейчас построю механизм, а ты вокруг него должен быстренько шатер накинуть. Смотрите. Но такой, знаешь, надо не циркачный, а как полевой госпиталь. Вот такой вот. Значит, смотрите. Вот здесь вот у нас выглядит вот так вот. Здесь стена. Вот, и вот сюда человек приходит, присел, и мы принимаем роды у человека, и вот в какой-то момент должен срабатывать раздача. Вот так, да? И здесь... Да, все. И тут мы натянем вот эту хуйню. А оформим, как будто это, знаете, такие штуки, за которые надо держаться и все такое. Но Милана продумает получше. Мы кладем сюда ниточку. Вот сюда вот. Это все натягивается. Вот, все. Так, смотрите. Человек пришел, сел сюда. Такой... И потом оп, и вылетает ребенок. И у нас мы таким образом поставим родильный дом на поток. Давай, накидывай. И еще, Милана, смотри. Должен быть вход, родильный дом и выход. И еще... Если ребенок не понравился, реально лавовую чашку, чтобы можно было сразу в лавовую чашку выкинуть. А может детдом? А, ну ладно, на самом деле, возможно, да. Значит, за выходом еще должен быть детдом. Я должен, мне кажется, это запатентовать, потому что это гениальная идея родильного дома. Так, все, смотрите, оп. И все, и ребенок родился. То есть мы человека сюда, потом он садится на шпагат. Вот, мы говорим ему, ой-ой-ой, вылезает, все, можете вставать. Человек встает, плюс ребенок. Отрезать пуповину 4 ара. Да, так, смотрите, господа, вот она пуповина, и ее можно будет перерезать. А потом дальше можно, ну, выйти, ты будешь говорить там, поздравляем, у вас мальчик там, или поздравляем, у вас девочка, как вы назовете ребенка, ля-ля-ля, и все, чел идет нахуй. Или оставляет, и там как бы магазинчик уже детей, о, детдом, короче, не магазин, да. Детей, детдом. Не, пуповину рил делаем. Пусть пуповиной будет адская лоза, а внизу будет раздача. Ты гений, что ли? Короче, когда человек рожает, вылезает пуповина. И есть выбор, хотите вы перерезать пуповину за дополнительную сумму или не хотите. Гениально! Я родил. И
Плюс пуповина. Так, тут все готово, тут на улочке будет это подготовлено, реально пуповина натягивается. Так, я пошел уже за шерстью. Окей, окей. Только белая и светло-серая, да? Алло. О. Здорово. Здорово, здорово. Нет, Сава, вопросик, что сейчас не работают таблички. Ну, значит, на табличке надо будет просто написать, что прописывать. Линкрю, сделай, добавь себе в спак эти тотемы. СП тотемс. Блять, охуенно. Ты, может быть, нахуй сейчас вообще все расскажешь, блять. Извиняйся теперь. Я хотел все в секрете держать. Ёбаный срако, блять. Вот и сделаем, типа, место, где крестить их. Нахуя крестить, блять? Надо. Ладно, ты на выходе сделай церкву и там впаривай свои услуги отдельно. Но с тебя просто... Просто построй крест золотой. Вот. Так, а ну-ка, со стороны, как это? Это большая штука? Выглядит как просто кишка ебаная, а не как шатер. Ну, внутри как шатер, но здесь нет. Мне кажется, рожать на Бали, это, ну, куда прям топово. Сделай раздатчик с 9 листками. Половина с надписью «Батя уйдет из семьи», остальные «Батя остается в семье». И бери доп. Оплату. Кек. Чекуля пришла? Где Чекуля? Алло, Чекуля. Алло. Алло, крольчиха. Я, блять, как ее нахуй? Как этот ник читается? Да Фева. Алло. Привет. Алло. Потоп! Пожар! Го, каждый рерол x2 от суммы. Да не, похуй. Пусть, ну, чел, просто прикиньте, чел родил и обратно в очередь становится и опять рожает. По центре, блять, это будет самый Коломана? Лютый бизнес. Коломана? Здорово. Коломана Милян. Коломана. Один. Так. Коломана Милай. Коломана? Блять, хуйню птиц? Написала. Пиши. Гадаю для будущего ребенка. На будущее ребеночка. Вот так, ребеночка, потому что я ж матери будут выходить, и ты их должна сразу завлечь. И мы с тобой должны отрепетировать. Так, вот я с ребенком выхожу. Ну и чё ты, блядь? Ну ты должна завлекать, типа, гадаю, гадаю, ну пиздец. Гадали на будущее, на что говорить? Здравствуйте, погадайте, вот мой ребенок. Что у него будет? Как имя вашего ребенка и дата вашего рождения ребёнка? Какая нахуй разница? Тебе бабки надо зарабатывать. Это ваш. Ну, Виталий нахуй. Так, Виталий, сейчас на будущее, на всю вашу жизнь, Виталий, гадаем. Гадаем, Виталий. Все, Виталий уже уходит, ёпта, быстрее, да, блядь. Здравствуйте, подходите, рожденный ребенком, гадаю жестко. На судьбу, да, на жизнь, что, на удачу, что? Успех. Да, так, имя вот. Вашего ребенка. Алексей. Алексей, так, секундочку. Боже, Виталий. Так, ну тут все ясно, очевидно, у вас все будет хорошо, у вашего ребеночка. Вот, только есть одно условие, нужно ручку позолотить. Сколько за гадание будем брать? Триара? Триара. Три. Да, красивое число неудачи. Гитара. Знаешь, ты говоришь, такой, блин, ну вообще у нас 4 ара стоит, но 4 число неудачное, поэтому 3. Да, хорош, ебать, ты гений нахуй. Полный гонак. Вот. Все, погнали, для полной удачи можно... Так, давай. Давай. Подходите, гадание на нем будущего рождения. Да, это тоже, запомни. Иногда говори, что на нем проклятие, и можно снять его. Ой, какой у вас красивый ребеночек. Хотите, я вам на будущее ребеночка погадаю? Да, конечно. Как зовут вашего ребеночка? Буцефал. Так. Так, но для гадания нужно заплатить, понимаете? Вообще стоит 5 ара, но мы можем снять до 4, но 4 некрасивая цифра, поэтому давайте 3 ара. Да хуя ты это, блядь, 4 стоит, 4 несчастливая, нахуй! И поэтому ты какой нахуй 5 аров, блядь? И сними маску, чтобы в глаза тебе можно было. Все, давай, блядь. Да кто пацан? Что у тебя с глазами, нахуй?
Мне нет. Надень маску обратно. Чё какие ещё? Она наколдовала жёстко, потом вызывать. О, камень есть, камень. Что не так? Подождите, что не так? Блядь, да ёбаный, ты можешь нормально! Всё, блядь, у тебя последняя попытка. Ребёночка, гадание на будущее. Ой, пошла нахуй. Да что не так? Не, ну типа, тебе ж кто-то скажет, пошла нахуй, у тебя не все будут. Нормально. Ну какая твоя жизнь? Ты даже какие-нибудь порчу веду вот так вот. Да, так. Порча на понос! Гадание на новорожденного ребенка. Пошла ты нахуй. Да я порчу на веду, пошла нахуй. Нет, в смысле, не надо порчу. Так, давайте тогда вам погадайте на ребеночка, пожалуйста. Да, хорошо, у нас 104 ара, но это несчастливая цифра, поэтому давайте за 3 я вам погадаю. Да, давайте. Ой, будет умненький. Ой, наложит проклятие, представляете, на него. Но мы можем все защитить, давайте защиту поставим за 2 ара, вообще все, что угодно. Да, это блок, наставят блок на него? Да, да, да. Хорошо, спасибо. Слэш ми дал 2 ара. Так, давайте. Я все вижу. Давайте, дайте мне надо поцеловать пятки. В смысле? Ну ладно. Вкусно, наверное. Так, все. Я слышал, что дети на вкус как молоко. А мужской сосок какой на вкус такой? Пиздец. Как молоко, только мужчины. Я руками закрываю. Ладно, мне 14. Так, все, давайте, подождите. Все, все, я все сделал. И давайте можем еще на удачу, на всю суперскую удачу. Да, мне надо на удачу ребенка, чтобы он поступил в университет. Да, можем, легко. Ладно, вообще, легко. Так, давайте, мне надо в лобик поцеловать для ума, для всего хорошего. Нормально, так, и все, карты говорят, что все будет, карты говорят. А ну, подожди, всё, разговаривай. Ой-ой-ой. Быстрее, у нас сегодня 10 аров роды. Так, давайте быстрее. И еще, а вам половину обрезать надо? Ёбаный рот уже, головка нахуй. Еще 5 пуповина. Нет, скажи, это типа даже сказать, а хотите еще сами перерезать пуповину за 5 аров? А хотите сами пуповину? Почему кровать? Да, красная. Это еще. Это еще 5 аров. Да, да, еще 5 аров. Дал, давай я рожать хочу. А музыка нужна вам будет? Музыка. Да, давай музыку. Это еще 5 аров. Сука, ты че за наебка на еще 5 аров? Ну все, выходите быстрее. Ну забираем теперь. А ну-ка, подожди, давай. Тестовый врач. Да кого? Ну подожди. Ты врач. Давай, короче. Давай! Ходят с ребенком нахуй. А, я рожала, блядь! Гадаю на новорожденного ребенка, на будущее новорожденного ребенка. Мне похуй! Ну на вас порчу наведу, все, пока. Не, тогда погадайте. Все, погадали, все. Ой, хорошо, 4. Все, Милана, давай нахуй, запускай бизнес. Так, ты вот здесь делаешь свою палатку, продаешь попыты для детей. С тебя откат, 50%. Попыты продаешь. Кирилл, а можно я тут тоже палатку буду светить их, короче, в чане с водой? Плюс 50%. Одно окунание, один ар. 50% мне похуй, кто первый сделает, тот сделает. Быстрее на время. Где дети? Срако, где дети? У меня они. Закладывай. Я еще хочу, знаете, вот этот кринж, типа, ой, а вы рожаете? А вы не против того, что у нас просто интерны, медики обучаются, и им надо срочно посмотреть? И 10 человек вокруг такие, типа, знаете, а, да-да-да, рожаете, да? Да-да-да. Рожаете, да-да-да. А какое имя ребенка? О, Валера, сейчас, секунду. Валера. Все, Валера, записали. Блядь, ебать ты гений! Гадать, какой будет стенд у ребенка за 5 аров. Ебать! Стенд из Джо-Джо, вы что, блядь? Так, Ральчиха, ты должна будешь гадать на стенд. Ты знаешь, что это? Нет. На, держите еще костные блоки. В Джо-Джо есть стенды. Это карты вот этого первого тира. Которые не пронумерованы. Мы будем этим сниматься. Кирилл, подойди, Кириллюс, Максимус. Здравствуй, братишка. Здесь мы можем окунуть. Да, смотрите, мы вам можем предложить. Слева обычное крещение, справа... Ваш сын получит стенд Джоторо Джукудже при всего лишь 5 ар, а здесь 2. Выбирайте, ваш ребенок будет лучшим стендом.
А? Поставить всё, свечку всё, за ребенка один. Все готово. Алло! Крещатики, блядь! А, готовьте свечи, если у вас вы еще должны сделать, чтобы за один ар поставить свечку за ребенка. Так, ты что делаешь? И сколько ты за это будешь брать? 50% все мне здесь дают. Утка. Крека, иди сюда. Я хочу под... Сюда становишься, здесь ставишь нажимную плиту и взвешивание ребенка 2 ара, и будешь говорить, сколько весишь. Сколько весит ребенок. Обычно дети весят от 2 до 4 килограмм. Спрашиваешь, короче, у Алисы, типа, случайное число от 2000 до 4000. Давай. Все, давай быстрее здесь делай. Ханов, ты подготавливаешь синий краситель и кожаные башмаки. Это бахилы по 5 аров. Так, давайте, генеральный прогон, внимание! Ты, блядь, быстрее! Что это на земле, блядь? Ты взвешивать ребенка будешь на земле, сука! И свет поставь один. Генеральный прогон сейчас будет. Все тарантайки, чтоб мне все впарили. Здравствуйте. Здравствуйте, я хочу ребеночка. Да, да, давайте быстрее, у нас там большая очередь, много рожают. Нет, сначала, России, сначала указывай, ну, спрашивай, вы ресурс пак поставили? Как, типа, а, вы поставили, вы уже... Ты просто, наверное, говори, посмотрите на табличку сверху. Угу, посмотрите наверх. Там. Да, 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 у меня уже лезет ребеночек. Ой-ой-ой, давайте быстрее, у нас роды сегодня. А, и еще, Срако, я еще прошу прощения, пока здесь рожает, вот здесь должно быть молчание. А, так, да-да-да, у меня что, сколько стоит родить? Сегодня роды 10 аров, 10 так, аров. Так, дал 10 аров, да. Все, мне надо рожать. Нет, подождите, стойте, подождите, да-да. А поповину хотите сами перерезать? Конечно, вот, хочу. Там ножницы. Это еще 5 аров. Да, вот, вот дал 5 аров. Угу. Так, ты мне даешь ножницы, дал, типа, ты мне ножницы? Не, ну типа дал, блядь. А музыку нужно? Музыку, чтобы легче было рожать? Да, да, музыку, пожалуйста. Угу. Да, музыку. Все хорошо, это еще 5 аров. Да, да, 5 аров, все хорошо. Все, давайте, можно пройти, да? Здравствуйте. Так, тут... Здравствуйте, шмаль старая, на кровать ложись. Так. Вот, легла. Ножки раздвигай. Музыку включаем. Да, да, все оплачено. Я заплатил. Поехали рожать! А-а-а! Тут пятерка помогает рожать, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А-а-а! Все, так, родила. Делает шаг вперед. Ребеночек. Ой! Блять, у меня какой-то уебан родился! У меня какой-то хуесос, блять! А вы можете вот сюда пройти и выкинуть его в лаву? А, не-не-не, сначала перерезаем пуповину, ты предлагаешь, наверное, перерезать пуповину. Перерезайте пуповину. Так, ножницами, типа, перерезал ножницами. Милян, ты все остальное убираешь, чтоб одно осталось. Так, как потом выбор, либо сжечь ребенка, либо дальше пройти, все, иду дальше. А как пуповину отрастить? Все, все, нормально, вот так и будет. Все нормально, она сама отрастает. Вот просто надо, ну, вот так вот срубить, чтоб одно осталось. Так, иду дальше. Здравствуйте! Ой, подождите! О, какой у вас красивый малыш! О, да! Какие глазки! Ну, весь вас, весь вас! Да! Так, слушайте, может, вам интересно запечатлеть информацию по... Ну, блядь, быстрее! Ты быстрее должен говорить! По весу! Да, хочу взвесить ребеночка. Смотрите, 3 ар стоит, буквально так, вообще. Дал 3 ара, взвешиваем. Взвешиваем. Ага, ага, сейчас. Пиздец, чел это будет. 2600. Вау, 2600, верните ребенка. Обалдеть. Так, смотрите, давайте он такой грязненький, может продезинфицируем его? Не, на не надо, буквально. Спасибо. Так. Ладно, на будущее новорожденного ребеночка, гадай на будущее. Да, погадайте мне, пожалуйста, смотрите, у меня хорошо. Сын Мияги. Ой, хорошо, стоимость 4 ара, но мы сделаем за 3, потому что 4 не счастливое число. Да, давайте. Ага, гадаю, гадаю. Давай, ой, быстрее, у вас быстрее, будет быстрее. Красивый ребенок, да. Ага. Да-да-да. Ой, ну у вас будет не там, ну, неудача, давайте порчу сниму с этого. Да, сняли порчу, ля-ля-ля, все окей. Да-да-да. И еще, ну, иногда хорошее будущее, говоря. Иногда плохое, конечно. Иногда хорошее. Да, Хаги-ваги, покупай Китай, производство, качество. Что у вас, а что у вас? Здравствуйте, папы, ты покупай, дети вообще любят раскупать. Так, купил папы, дальше иду. Подходите, осветим, осветим вашего ребенка. Но и проявим его стенд. Создать ему стенд. Мне, пожалуйста, да. Со стендом я хочу. Давайте вашего ребеночка, только вот аккуратно. Вот мой ребеночек, аккуратненько, да. Ага. Только поаккуратнее так. С ним. Так, давайте, купаем, купаем. Купай, купай. Сейчас, отойди, пожалуйста.
Так. Анимация, давай, анимация давай. Мыть руки или мыть посуду. Вот, смотрите, вот такая. Вот, вот так типа а его помолюсь. Окунайте. Не бросайте его, а окунайте туда. Оп, я помолюсь оп, за вашего. Походу стенд какой-то. Да, да. Какой стенд, какой стенд? Это же Таймволк! Кто нахуй? О, что? Кто, блядь? Это жесть. Дио Брандо! Блядь, у меня Дио Брандо, а у вас что? Да, давайте, сколько аров? Это свечку поставить за него? Сколько аров стоит? Один ар? Ну, короче, да, ар, все, заебумбик, все, красиво. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да-да. Я вижу, вы рожали, перенервничали. Не хотите снять стресс? Пиво, водка, вино, все на ваше. Все, отлично, записали. Все, блядь. Что, все, начинаем? Ебашьте. Давай, время делать бабки. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, сэр. У вас роды, вы беременны. Да. Быстрее, давно. Давайте, 10 аров. У нас сегодня акция, всего 10 аров роды. С лучшим врачом этого места страны. Бочку, бочку, быстрее, бочечку. Ладно. Так, а музыку вам нужно? Музычку или панину обрезать? Ножницы вам дам сами. Блядь! Сука, дай сюда, нахуй! Блядь, верни блок, блядь! Он у тебя в руках, у тебя в руках. Еще 5 аров. В руках, серый. Серсть. Посрать вот так вот, посмотри. Музычка обязательно нужна, мужчина, давайте. Сегодня акция. Милин. Ой, здравствуйте, старая, мамочка! На кровати, здравствуйте, вы беременна? Да. Прикладывайтесь на подушечку, ударим. Пожалуйста, сейчас, секундочку. На подушечку, туда, подальше. Музыку, да, да, хочешь да, да. Музычку? Вы заказывали? Поехали, давай. Да, блядь! Всё, оплачено, что оплачено, нахуй? Ой, у вас девочка, ой, поздравляю. У вас девочка. Вы хотели перерезать пуповину? Да. Блядь! Верните раз, нахуй! Надо, раз, надо. Блять, вас никто не просил уходить с подушки! Так, перерезайте, пожалуйста, пуповину. У вас дьявол. Нет, девочка, перерезайте. А вы у меня украли ножницы. Вот, прошу, пожалуйста. Вот, пуповиночку перережьте. Поздравляем! Блять, да ты чё нахуй? Ну ты в натуре, блять! Пройдемте. Вам нравится ваш ребеночек? Да, он очень красивый. В таком случае, пожалуйста, вам туда. Урод полный, иди выброси его в мусорку. Вы мамочка молодая. Все, нормально. Сколько вам? Сколько? Там развод на бабки идет. А музычку? Музычку 5 аров всего лишь. Музыка бы легче было. Песня классная. Мужчина, вы знаете, куда пришли Милян, без аров-то вообще? Милян, ты иди туда, подслушивай, быстрее, что давайте. Он покупает, а что не покупает. Быстрее иди его. Алло, вот этого быстрого он ничего не заказывал больше. Быстрее его. Что, в смысле? Быстро обслужите. То есть вы чмошник? На кушетку ложись. На кушетку, пожалуйста. Ногу раздвигай, ногу одну. Так, прикладывайтесь. Сейчас. Да ёбаный рот, блядь! Что так сложно, нахуй? Все, уходите, блядь. У вас двойня, с вас 20 ар. Сука, ты на приколе, блядь. Верните одного ребенка. Он спиздил, блядь, он спиздил ребенка. Верни ребенка, нахуй. Блядь! Пиздец, блядь. Но это пиздец полный. Все, отобрали ребенка, ой. Так. Здравствуйте. Ну что так сложно, нахуй, сесть сюда, блядь! Срочно. У нас, капец, я уже весь в кетчупе. Песню заказывай, дама, песню давай. Песенку. Песенку 10, 5 аров, ещё песенку. Ещё этот. Ножницами по вину, бэм-бэм, бру-ру-рум. А тампон ещё 3 ара. Кумпак. Тампон 3 ара. Все давай. Всё, держи. Всё, ваши ножницы, выходите быстрее. Мамочка, всё, нахуй! Проходите. Вы папа? Кто папа, кто мама? Я мама. Так, мама, проходите, садитесь на подушечку и не двигайтесь. У нас фулпак. Так, у вас фулпак, да? Не двигайтесь. Идёт, ползёт. Слушайте, малой. Ползет, смотрите, выходит. А ну-ка, продвиньтесь вперед.
О, поздравляю! Можете перерезать пуповину! Режьте, режьте! Возможности даже не перерезать. Режьте зубами! Поздравляю! Поздравляю вас! Поздравляю! Вам нравится ребенок? Все, проходите! Вам... Срочно! Вам туда! Тратить ары. Здравствуйте, молодая девушка, женщина. Я вижу, вы такая красивая. Так, это богачка. Богачка, проходите. Ой, у вас уже воды отходят. Садитесь на подушечку, садитесь. На подушечку, да-да-да, присядьте. Так, сейчас, достаем. Ой, головка пошла, идет головка, вижу, вылезает. Ой-ой-ой, подвиньтесь ко мне, сюда подвиньтесь. Так. Ой, поздравляю. Перережьте пуповину, идите. Режь, давай, режь. Режьте. Поздравляю. Нравится ребеночек, покажите. Как назовете? Чё за хуйня? Нет, это не тот ребенок, у вас другой-то. А где? Да там другой у вас. Иди рожать заново. В смысле? Да там был ребенок. Я видел все. Перепроверьте, у вас там. О, вот! Ой, гусенок, у вас фури! Как назовете? А гендер хотите определить? Гусенок, поздравляю! Вам вон туда, поздравляю! А гендер ребенка хотите определить? Что вы первым увидели сейчас? Я увидел солнце. Ваш ребенок по гендеру солнце трансгендерное. Поздравляем. Идите. Поздравляем, вам вон туда. Спасибо. Сука, это вырезано из контекста. Вот если просто другим стримерам скидывать, это просто пиздец скринж нахуй. Заквель от меня отпишется после этого. Смотри, ой, я мама. Так, мама, проходите, садитесь на подушечку. Фулпак, и не двигайтесь. Фулпак, у нас фулпак. Так, у вас фулпак, да? Не двигайтесь! Идет, ползет! Ползет! Смотрите, выходит! А ну-ка, продвиньтесь вперед! О, поздравляю! Можете перерезать пуповину! Режьте! Возможности даже не перерезать. Режьте зубами! Поздравляю вас! Поздравляю! Вам нравится ребенок? Все, проходите! Срочно! Вам туда! Тратить ары! Блять, скиньте Заку, когда он подрубит стрим. Здравствуйте, мам. Ой, давайте быстрее, 10 аров. С музычкой, с обрезанием пуповины папочка поможет. Еще 10 аров, еще пять. Все, отлично, full pack, let's go. Быстрее пробегайте. Ой-ой-ой, мамочка! А, вы папа, вы отец? Мамочка, садитесь, мамочка. На подушечку. Да. Так, сейчас. Так, сейчас, секунду. Ой-ой-ой, вылезает. Вылезает. Да, лезет. Музыка. Пошла. Музыку срочно. Ой, вылезает, да. Вот, продвиньтесь, а ну-ка, продвиньтесь. Да. Ой, соболезную. Ладно, ой. Соси, сука, кактус, быстро, сейчас. Скоро. Да, вы режьте соси, пуповину, сука, пожалуйста. Режь пуповину. Подождите, а съемки у нас здесь этот за дополнительную сумму происходят? Теперь 5 аров, еще съемка, запечатлите на съемку. Вы перерезали пуповину? Да. Поздравляю, это, наверное, лишняя какая-то. Вам понравился ребеночек? Ударить вам живот после родов. Нет, спасибо. Хотите определить гендер ребенка? Сколько? 3 ара. Три ара. А у меня 2 ребенка выпало случайно. Да. Гендер близнецы, выходите, пожалуйста. Спасибо. Вам туда. Твой ребенок транс, он будет жить долго. Здравствуйте, вы пару сообщений написали? Да. Все написали, быстрее в ручку. Сколько стоит? 3 ара. 5 съемки, еще 5 пуповина, 25 аров с вас. Очень жестко обрабатывается. Смотрите, тут очередь обработки прям должна жесткая происходить. Да, видите?
То есть на всех стадиях обрабатывают клиентов, блядь, жестко на бабки разводят. Ой, здравствуйте, мы мамочка? Не, бомжиха, не. А, это бомжиха? Присаживайтесь. Это бомжиха? Все, кроме съемки. Блядь, рожай, нахуй! Блядь, да нахуя ты пол, ёбаный! Пошло, ползет, ползет, блядь! Ползет, блядь! Пиздец, вылезает! Вылезает! А ну, сюда, сюда! Поздравляю, у вас... Двойня! Тройня! А, нет, тройня у нас не работает. Верните одного. Какой вам меньше всего нравится? Все, спасибо, спасибо. Тьфу, блядь! Вы так его... Ну, режьте пуповину. Хочешь узнать гендер? Да. Покажи мне его, покажи мне его. Гендер твоего ребенка гроб. Блядь. Все, всего доброго, до свидания, удачи вам. Здравствуйте, бомжиха. Быстрее сюда вот присаживайтесь. На подушечку. На подушечку. А, ну и все, спасибо, поздравляю. Да блядь! Сука, нахуя ты это делаешь? Все, спасибо. А, вы вернули, да? Ну все, слезайте нахуй. Все, покиньте территорию нахуй отсюда. Ладно. Я просто из бедной семьи, вот только вот 10 раз. Бомжиха, значит, бочку. Папе сообщение написали. А, вы бомжиха, да. Ладно, мы здравствуйте, это... Жопой, жопой разворачивайся, жопой тогда уже. Ой-ой-ой. Давайте, а ну-ка, вылезает, вылезает. Поздравляю, у вас фури! Так, отрезаем пуповиночку, можете забрать. Нравится ребеночек? А, да, нет, я хочу его сжечь. А, тогда вот сюда, пожалуйста, утилизируйте, утилизируйте. Все, спасибо, всего доброго. До свидания. Вы сожгли. Здравствуйте, Копадыч. Быстрее, пожалуйста, какие у вас услуги есть? Бочку, 10 аров роды, 5 аров, этот, как ее, короче, веревку перерезать. Еще 5 аров музыка, еще 5 аров съемочка, еще 5 аров тампон. Все, быстрее! Да, вам вот сюда вот присаживайтесь. Давай, на подушечку, рожай, на подушечку. Давай. На подушечку, ой, пожалуйста. Давай, дальше! Так. Оп. Да блять! У вас выкидыш, поздравляю! Блять, да нахуя ты, блять, куда ты? Сука, да сука, не лезьте, блять! А что мне делать? Можно его утилизировать? Проиграли. Да, съешьте! Можете его съесть? Съешь! Нет, пошел он вон! Ну все, спасибо, Кальмара, вы теперь сдохнете сейчас. Иди сюда, гондон. Пиздец, блядь. Алло, мужчина. Снимайте. Ага, снимайте, пожалуйста. Так, что снимать? Так. Рожайте! Пошел! Блять, пошел! Блять, идет! Ой-ой-ой, все, идите сюда! Идите, пошел лезать! Оп! Блять, ну ты на приколе нахуй! У вас двойня, поздравляю! Перережьте пуповину! Ура, у меня какой-то урод родился! Там их четверо, алло! Да пиздец, блять! Да! Вы будете резать пуповину? Да, конечно, буду. Режьте вот. Поздравляю! Чего, можно мне съесть ее? Да. Кого? Скиньте соус. Надо? Да, прошу. А вам я желаю... Ням-ням-ням. Здравствуйте, вы народы. Пиздец, прыгают. Сука, ты просто становишься и просто уходишь, блядь, смотри. Да, давайте, стакаров. Родил? Вышел. Какое? На вот это. Быстрее, вот, на проходе. Куда я должен... Ой, здравствуйте. Здравствуйте, я со своей музыкой. О, да. Присаживайтесь, да, на подушечку и не двигайтесь. За все. Снимай. Давай, снимай. Снимаем. Так. Рожайся. Давай, пошло. Пошло. Давай, а ну-ка, подвиньтесь ко мне, Блять. Да, блять! Ой, все, пуповина, можете перерезать пуповину. Режь. Поздравляю, нравится ребеночек? Выкинь. Здравствуйте, вы семейная пара. Да, у меня супруга вот рожает. Опять, еще раз? А, да. Да вы отец герой. Ножницы. Пошли, любимая, пошли. Заходите быстрее, забирай. На подушечку. Ладно. Снимай. Давай, Хабиб, снимай.
Ой-ой-ой. Давай. Блядь, что с ним происходит? Пиздец. Алло, блядь, я куда хирург ёбаный? Хуйня какая-то. Так, а ну-ка подвиньтесь ко мне, подвиньтесь. Сейчас. Поздравляю, у вас голенький. Можете перерезать пуповину. Батя, вы будете... Да, блядь, не ходи тут! Любимый, режь, давай. На, ой, блядь. Да вы чё, сука? Вот сзади пуповина, сзади вас! Дракончик. Поздравляю, выходите вам сюда, вот. Камеры, съемки. Так, проходите, пожалуйста. Кто рожать будет? Она. Проходите, садитесь на подушечку. Только аккуратно и не двигайтесь. Так, музычку, садитесь. Так, сейчас. Ой, вылазит. Ой. Поздравляю. Какой же он урод. Можно мне нового ребенка? А, не, нового, тогда просто ко мне подвиньтесь и хватит. Ой, вот он. Ой. У вас не выкидыш. Вы... Можете перерезать пуповину. Да. Я поговорил вам. Да. А мне моральная компенсация положена за выкидыш? В смысле? Нет. Ну, такое бывает раз в 9 раз. Вы можете перерезать пуповину? Раз в 9 раз. Режем. Режьте. Вот ножницы. Город режь. Все, перерезал. Поздравляю. Ой, я ему письку отрезал. Вам вот... А, хотите утилизировать? Съешь. Жри. Вам не туда, вам в другую сторону. Нам туда, понял. Ребенка в роддоме перепутали, что такое, что за брак? Что случилось? А что такое? А вот роды были, вот ножницы были. Вот, держите. У нас заводской брак проходу. А почему, что случилось? Поменять. Так, а ну-ка, сейчас достаем. Да. Музыку, пожалуйста, музыку. Вы горите! Нормально. Жарко, хорошо, нормально. Жестко. Да не двигай его, блядь! Все, продвиньтесь. Уйди нахуй, милый! Ура, поздравляю! Нормально. У вас двойня, поздравляю! Тройня, чё за сальто? Сальтуха мега. Так, вот, можете порезать пуповину. Ой, мне только двойню дали. Не, нормально, у вас двойня. Всё. Грызи. Опа. Ногами. Опа. Хорош. Всё, вам вот туда. Спасибо. Босс, мы самые богатые. У нас 46 старов. А какие стенды обычно вот выпадают? Обычно мы стендом, потом ахиллесовую пяту и еще и освещаем битбоксом. Могу показать. Мне на стенд погадать. Какой у меня стенд? Давайте. Так. Давайте попочку. Оп. Это походу. Сэр, вы на стенды гадаете, да? Да, именно мы, а также можем... У вас тайм-долг. Алло, сколько детей там еще? Детей дохуя еще. Так, алло, ты, короче, Фоксирой, спрячься там поближе и озвучивай ребенка, когда он лезет. Еще, давайте быстрее. Давайте быстрее. Ты озвучивать должен ребенка, типа, я ребенок, я лезу, блядь. Алло, бомж. Так, здравствуйте, бомж. Садитесь, пожалуйста. Блядь, походу лезет. Лезет ребеночек, слышите его? Подождите, он что-то говорит. Ой, продвиньтесь ко мне. Вау, поздравляю. Ой-ой, урод какой-то, кто это? Можете перерезать. Неважно, мы перережем. Какой-то вейкер. Вам вон туда. Да. Поздравляю, ваш сын будет барыгой. Да. А сколько будет, полный комплект, фулл, люкс? Полный люкс, 5 стаков аров, вам еще бесплатно будут все палатки. Да? Да, 5 стаков аров. А 2 стака аров, что? Да, 2 стака аров? Ты потомок часть аров!
Всего для вас акция до токаров. Вот, вес, весы. Ты потом Агдиастаров, я убью тебя. Да, я говорю, два стакаров, так уж быть, с вас мы сделаем скидку сегодня. Тогда давайте с музыкой, с камерой вот это вот. Да, 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 два стакаров. Музыку готовь. Следующему все бесплатно. Еще для него игрушки приготовим. Следующему все бесплатно. Следующему все бесплатно. Следующему все бесплатно. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста, на подушечку аккуратненько. Так, присаживайтесь, сейчас снимаем. Садитесь. Так, опа, оп. Слышите уже ребеночка? Слышите? Слышите? А, у вас музыка еще, да? Короче, Алиса, включи музыку. Да, 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 сейчас. ПРП, я отец твоего ребенка. Ой, вылезает, смотрите, вылезает. Вылезает, да-да, оп, продвиньтесь. Муж, дай еды, жена, дай еды. Ой, Алиса, стоп. У вас выкидыш. Можете перерезать пуповину. Вот, смотрите, у вас все включено, можете взвесить своего выкидыша там. Давай, Гер, осветить, давай, погадать там на будущее. Не, не надо, не надо. Ну ладно. Ну ладно. Спасибо. Да ладно, давайте еще раз попробуем. Так, а ну-ка. Тишина, тут роды происходят, все молчать. Ой. Тихо, блин. Лезет, лезет. Ой, лезет. О, продвигайтесь, продвигайтесь. Вау, поздравляю, у вас девочка. Класс. Ханишнек, можете перерезать пуповину. Все, давайте, проходите. Вам вот туда вот. Проходите быстрее. All inclusive, камеры. Быстрее моего, это мой муж, кстати. Да-да-да, пожалуйста, на подушечку. Вот туда, на подушечку. Поздравляю, у вас уже родился красавчик. Вау. Не туда, назад. Все, вставай. А уже все. Вы что, издеваетесь реально? Вы на приколе? Вы уже все. Рожай! Все, двигайся. Да двигай. Рожай! Все, до свидания. Спасибо, до свидания. Сначала активировал, потом съел, потом опять активировал. Здравствуйте. Садитесь на подушечку. А подождите, я сейчас подготовлюсь. Давайте. Все, пошли, пупсик. Она родила, внутрь родилась, родилась и исчезла, да, видимо. У нее стенд, который в параллельную реальность сам себя... Знаешь, типа, да, она сама себя засосала. Да. Что, мне кажется, пора сворачиваться. Ой, здравствуйте, присаживайтесь. Да, закрываю очередь. Так, присаживайтесь на подушечку, пожалуйста. Все, там заканчивается. Да, оп. Хорошо, на подушечку продвиньтесь еще. Еще продвиньтесь. Нет, назад, туда, к стене. О, хорошо, так. Так, ой, слышите уже голос ребеночка? Слышите, да, голос? Слышу, это мой ребёночек. Оп, вылезает, а ну-ка подвиньтесь ко мне. Подвиньтесь сюда. Еще. О, поздравляю. Все, пуповину убираем, продвигайтесь, вам туда, поздравляю. Спасибо. Да, всего если доброго. Если каждый сможет останавливать время. Все, нормально? Все, у нас очередь уже все, не, ребята. Я тут со слизняком, вы когда-нибудь делали роды слизняка? Вот. Нет, давайте проведем. О, тогда прекрасная возможность. Это 30 стаков фаров. О, нормально? Все включено, у нас все включено. Так, а ну-ка. Так, здравствуйте, Герберт, так, камеры, пожалуйста. Так, присаживайтесь, Герберт, присаживайтесь на подушечку, вот туда, на подушечку. Так, Герберт, хорошо. Давай, ложись. Так, а ну-ка. Оп, ой, что-то лезет. А ну-ка, сюда подвиньтесь, вот поближе. Не-не, там так... О, смотрите, что это у вас, ничего себе. Можете перерезать пуповину, отец. Жить ножницы. Вот ножницы сзади вас. Чик. Вот, не, вот пуповина, вот она. Вот она. Пошли еще раз рожать. Так, вам вот туда. Джо, пошли еще раз рожать. Пойдем, Герберт. Опять? Да. Пошли еще раз рожать. Опять? Как он это делает? Мода. Блять, ёбаный рот.
Это ЧП. Мода. Фух, все, оценивай, заработок. Эй, вместе страна сбьет. Кирилл, все? Да. Так, здравствуйте. Давайте 50%. Блять, да он тут нихуя никто не покупает. Нормально. Так, куда нахуй? Так, 27 ауров я заработала. Так, с вас половина. 50%. У меня ханов спиздила. Половина. Держите, вот. Так, вот именно, у меня... Пятерку у меня ханов спиздил 3 ара. Ну, нормально. Ема, пойди, давай добавлю один. Половина, какое платить? Алло, жаба, половину. Ты притворяешься, что спишь. Куда вы знаете? Давай половину. Нужно немножко... Подряд уснул. А, да? Здрасте, половину, пожалуйста. Что? А половину? А. Да тихо. Здравствуйте, босс, спасибо за ваши качественные услуги. Я так мало заработал. Здрасте, с вас половину. Так потому что никто не хочет. Здравствуйте, держите. Жестко мы, да? Да, жестко. Посмотрите сколько, 32. Да, жестко. Половина. Нет, мы кажется, мы больше заработали. 27 было. Нет, я могу показать. Мы ровно так. Так. С каких пор нас незеритовым ломом оплачивают? А это просто положить подарок. Я здесь все заберу. Так, я себе 5 стаков заберу, вы там разберетесь дальше. Нихуя схватить. Да, я, короче, я заберу. И Миллиану отдай за постройку. И за перестройку еще дай Фоксерою и Хабобе. А ну-ка, так, за зарплату. Все, ебать, сюда. Спасибо, до свидания. Да. Ждите открытия новых родов. Подождите. А. Я хотел бы вам дать, это я с продажи носков. А, да, точно, спасибо. Да, я продавал тут носки, но меня избили потом. Да нормально. Так, вот еще и носки продавали, все топер. Фу, завтра строим детский сад.